Буэнос-диас, перцы. Ядерный сейф на физряд ваш экран, это значит, что мы продолжаем раскатывать всякую нечисть в, блин, Borderlands. Поэтому садимся поудобнее, берем ништяки. И идем раздавать не иллюзорных, конечно же. Главное, чтоб нам не раздали. Гори, сука. Как я заебался уже дохнуть в этой подземке. Встану утром рано, выжру кружку ртути. Ах ты, падла. Блять, еще один? Слава богу, хоть этот пулеметчик. Не, кластерный гранат, конечно, сильная вещь. Спасения нет, наёмник! Зажигательная вечеринка, не правда ли? Блять, эти глазищи еще светящие. Так, походу, до него птиц долетел. Я здесь, придурок. Я здесь, дебилушка. Я не хочу сдохнуть тут. Еще трофей на себе. Готов. Блять, это было потно, не скрою. Ну, я его уделал. Так, нет тут никого лишнего. Так, что там дальше? Дальше вот туда. Сейчас, блять, как вылезет какая-нибудь хуй балда, неизвестно откуда. Что, хуёл топором кидаться? Блин.
Не, не повезло. Вот, блядь. Опять все сначала. Никофалово копье — лучшее вооружение. Купите себе что-нибудь достойное. Хочу. Трансфузия — эта штука пиздата. Это, по сути, вампиризм. Мясо. Иди сюда, петух. Где ты есть? Так. Ага, вон ты где бегаешь. Пидорасы. Так, за стенкой вроде как еще один петух. Вот, сучка. Так, еще один готовченко. Хуй, ну это даже нечем. Ну что, там двое, что ли? Так, этот ушатан. Что у нас там стволов есть? Жаркий тяжесть.
скорострельность 4,3. Ну, всего 6 патронов. Шумный пулемет. Спиральный ракетомет. И ни единого дробовика, что характерно. А жаль. Так, куда там дальше-то топать? Угу, вот этот ебучий. Не то ангар. Не то что. Хуяк. Ах ты петух. Сучка. Спать, уроды. Так, вроде выкрутились. Чё, продолжаем Жугова? Так, здесь, надеюсь, нас никто так резко не встретит. Так, ну то, что я патроньем зарядился, это заебись. Конечно же. Но мы зайдем вот туда. И, во-первых, сохранимся. Во-вторых, куча бабла. В-третьих, куча патронов. В-четвертых, какие-никакие да стволы. Вы нашли шоковое оружие. Оно Так, давайте-ка смотреть, что нам там выпало. Электрический СМГ, повреждение 19. Точность 7,75. Дамаг 40. Скорострельность 5,7. Делаем вот так. Если что, потом снайпер куда станет. Так, иди-ка сюда. Где-то еще карлики. Мне сразу стало веселее, а? Это получается дополнительный проход. Что позволяет всю эту чешню застать врасплох.
Так, перезарядка щита. Снова открываем карту. Прям по курсу начинается мясо. Так, поэтому меняем снайперку на дробовик. Чё, поехали. Бля, эта хуйня меня догоняет. Давай, давай, перезаряжаемся. Оп. 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 Шоковое оружие, это охуенно, однако. Так, блядь, опять бегаем. Да сука ж ты, блядская! Третий заход, нахуй. Мне тупо не хватает хп и дамага, чтобы его вынести. СМГшку меняем на ракетницу. Перезаряжаем эту хню. Эту хню. И начинаем еще один забег. Мучиться я чувствую буду очень долго. Где эта пизда тупая?
кстати, почему он не двигается? У меня такое было уже как-то раз в прошлых прохождениях. Догорел. Ну-ка. Так, какая-то пука. Теперь вы сможете войти в шахту. Между вами и кувалдой нет никаких препятствий, а мы на шаг ближе к хранилищу. Я верю в вас. Так. Еще одно очко. Очко. А здесь дополнительный выход, кстати. Дай-ка пойду посмотрю в ту пещерку. Откроется она, нет? Да не, хуёв. Значит, просто можно обшарить всю эту арену ебаную. Так. Где тут должен быть ломаный железяка, кстати, на этой локации. На нахуй. Ну вот суки. Зажимают. В каком-то говне, блядь. Оружие последнего шанса, нахуй. Я подозревал, что хер мне кто даст выйти, но... мне все-таки дали выйти. Так, что-то посчитаем. 117, 179... 30. А у меня 160-23. 3-983.
Что я купил? А, 179.30, все правильно. Он ХП регенит. Вот я его потому и взял. Так, небольшой альтапчик. У-ху. Короче, возвращаемся в Кременик, и на этом серию можно, в принципе, заканчивать. Кто тут, сука, выебывается? Прочувствуй это, дядя. Еще эти твари летают, ну твою ж мать. Классическое попаданство. И теперь на низком старте. Блять, шелду спилили, сука. Сколько тут скагов напилено, я ебу того ебло. Это не раки там летают? Не, фух. Вафли, пряник, молочко, я ебал вас всех в очко. Щенки, блять. Так, что тут можно продать? Вот это вот хуйнище, ну и все, собственно. Фу, блядь, ебать, я разогрелся. Эй!
забрать себе машину. Можно даже раскрасить ее в любые цвета. Пора и по газам. Хватит уже по грязи топать. Че, поехали. Предыдущие испытания были простыми, но теперь вас ждет серьезный противник по имени Кувалда. Не стоит его недооценивать. Приветствую, путник. На панели наград в Кременнике доступны новые задания. Чё? Переход. Переход. Но вот начнем ебашилово мы в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и до скорого!